что там случилось? Пенальти? Майкл Райли. Ну и что же он там определил? Ну да, вообще-то во время приема мяча тот же Хорнсона в сборную, он пришел на место никого другого, как Питера Шмайхеля. Вот еще обхватил руками Мёльберга и придержал его. Не забивают пенальти шведы. Не забивают. Прекрасно сыграл Том. Чельстрем. Довольно и каждого углового тогда почти что нужно назначать пенальти. Хороший перевод. Хорошо сыграл в обороне шведский защитник. И вот как шведы не разобрались и подарили гол датчанам. Из ничего Томас Калленберг выводит сборную Дании. На полузащитник французского Осера. Вот смотрите, неудачно отбил мяч Микаэль Нильсон. Кстати, перешедший уже из Панатинайкоса в Листов Швеции. Сейчас мы посмотрим, наверное, как это произошло. В отборочном матче чемпионата мира. Неудачный отскок, и Калленберг направляет мяч в ворота Андреаса Изаксона.